Здравствуйте, друзья. В общем, как и авторам других каналов, мне тоже попадается бытовая электроника в виде магнитофонов всяких разных, таких каких-то приставок Союз. И вот я решил разобрать, тоже посмотреть. Ну, в Комете, понятно, ее уже много раз снимали. Сам смотрел, там и КМ-ки есть. Ну, тоже глянем, что там. Вот эти два магнитофона, не знаю, что в них. Приставку сейчас покажу первой, и вот еще тут мне недавно попалось на приемке. Давайте начнем с приставки. Приставка Союз, год неизвестно какой, такая вот вся грязная. Я так ее посмотрел уже, здесь ничего интересного в принципе нету. Построена вся вот на 315-х, вот этих желтеньких, оранжевых. Ну, есть вот 4 еще таких транзистора. Вон они. Ну, медь. Можно флажки будет снять. Больше, в принципе, ничего такого не вижу. Ни полевичков, ничего. И здесь вот тоже. Ничего нет. Вот, в общем, все, сейчас я ее буду разбирать. Потом попалась вот такая вот штука. Верхняя лицевая панель от какого-то прибора. Стоял вот выключатель. Ну, внешней стороны было видно. Переворачиваю его. А он, смотрите, какой. Видите, желтые ноги. Довольно давно не попадался. Потом на другой приемке был щиток. У меня была вот эта коробочка. Это было вот, ну, закрыто здесь железом. Крышка была передняя. Вот эти штучки только были. Внутри стоял еще пускатель такой. Ну, там клетки на меди. Ну, забрал ее, забрал пускатель. Пускатель разобрал уже. А эту вот оставил, решил показать. То есть тут спереди как бы ничего особенного, посеребрение, диодики. А вот если туда посмотреть, это рыжая не КМ-ка, это забыл как называется, К31, что-то такое конденсатор. А вот там вот три транзистора, видите, вон. Не знаю, донышко желтое или у них ободочек только, ну, сейчас открою, посмотрю. Есть еще вот какие-то микросхемы, 315-е. Ну, полубачат такого ничего не видно. И вот тут еще что-то есть. Сейчас достану, открою, покажу. Вот, релюшки здесь. Медь, конечно. И вот они, контактики. Контактики на меди. Ну, я их спаяю по 4 штуки на каждой релюшке. 3 штуки. И вот сама плата. Микросхема 176 серия. Вот это какая-то другая. Вверх ногами не вижу. 12 какая-то, не знаю, что там есть, нет. И вот три транзистора, это КТ-630 с желтым дном, то есть полностью желтое донышко. Вот такая вот штучка попалась интересная, советская. Вот, ладно, сейчас начну вот этот разбирать магнитофон, потом вот этот и Комету. Разобрал все первые гаджеты, ценного, конечно, немного, но кое-что есть. Здесь вот я вижу микрофон уже, полевичок один будет, вот второй. Еще один полевичок. Ну все, сейчас разбираю вот этот. Это у нас Том 303. Магнитофон. Так, 83-й год. Ну, по идее, должен быть интересный. Двигатель, если хороший, может еще одна КМ-очка быть. Все, ладно, раскручиваю его. Все, разобрал я его. Так, из ценного что здесь будет? Вот. КМ-очка в двигателе, микрофон, полевичок на платах. На платах, короче, вот 315 до 83 года. Полубочонок вон. И вот тут вот два транзистора. Ну, желтые 100%. Потом вот еще одна плата. Здесь вот тоже 315, еще вот один транзистор. И вот эта плата здесь. Кроме флажков и 315-х больше ничего нету. Вот. Заберу еще вот этот микропереключатель. Ну и в принципе все. В этом магнитофоне больше ничего нет. Он уже был разобранный. Блока питания не было. Ну, в смысле разобранный. Он был собранный. Но вот это вот на одном болте держалось полуприкрученным. Это тоже плата на одном болте держалась. Блока питания не было. То есть вот они, провода все откусаны.
Это к тому, что я говорю, что зачем ты их ломаешь. Ну, то есть они вообще вот в таком виде уже попадаются, в принципе. Ладно, все, сейчас я быстренько его разберу и будем вот эту разбирать. А Элита 102. С тем мафоном я разобрался. Вот Элита 202. Тут интересная такая вот надпись есть. Микширование. Вот. Одна кассета, казалось бы. Что с чем смешивать? Что в советские времена, интересно, под этим, под микшированием имели в виду? Какая-то розетка тут нарисована, батарейки, я так думаю. Ограничитель шума, полный автостоп. В общем, какой-то, видимо, навороченный был мафон в свое время. 328 рублей стоил, ГОСТ 82. А какой у него по факту? Сделано вот в СССР. Ну, больше как бы такого интересного ничего не вижу. Сейчас, в общем, открою и посмотрим. Блок питания какой-то вот тут интересный. Открыл. Ну, вот на первый взгляд я так вот ничего тут суперценного не увидел. Вообще, конечно, он поднафарширован так интересно. Здесь вот ушастая микросхема, как минимум одна. Там вот парочка микросхем. Вот одна, там вторая. Здесь посмотреть надо. Тут вот еще микросхема. Ну, каймок не видно, полевичков не видно. Полубачата вот есть. Что тут еще такого? Ну, микрофон на месте. Тут вот какая-то сборка стоит сбоку. Вообще такой интересный. Мне такой не попадался в сборе. Может, платами. Но так вот, чтобы целиком был, не было. И тут аж на две, смотрите, вот. И блок питания открыл, а тут железная коробка, ничего не видно, надо разбирать. В общем, сейчас немножко подразберу, что будет интересно, и все покажу. В общем, в Элите тоже суперфарша не обнаружено. В микрофоне будет полевичок, двигатель Мениной уже японский стоит. Тоже весь ковырялся, все откручивалось. Блок питания тоже, все болты уже, краска снята. Блоки питания, вот, ну, что ценного, катушка, алюминий, вот транзистор, 315-й, уже неприемный, 89-й год, больше ничего такого нет. Так, по платам. Вот видите, ничего нет, здесь вот К53 стоит, ну, неизвестно какой, потом посмотрю. Ну, флажки, вот еще, кстати, один, К53-1, хороший, но маленький, и вот еще два, увидел только что. Все, это, наверное, самое ценное, что вот в нем есть. Это плата. Вот эти две платы, это с лентопротяжного механизма сверху. Тут тоже ничего такого. Флажки, полубачата. 315. Ну, немножко меди вот в этих катушечках. Все. Это кнопки сверху. Здесь вот тоже пару полубачат. Ну, латунька вот в этих штуках. Так, это я сейчас не открыл еще, сейчас открою и покажу. На коробочке вот эта такая интересная этикетка, паспорт, 89-й год. Все, разобрал я полностью Элиту. Такой вот интересный динамик, бумага прорезиненная. Вот, потом коробочка, в общем... Сейчас покажу сначала. Тут вот два полубочонка, варикапчик, вон там один, микросхема. Это с блока питания. Здесь транзистор был, я его откусил уже. Вот. Большая вот эта плата. Здесь тоже вот где-то вот он, один транзистор вон. Флажки там. Посмотрю, варикапы, полубочата вон есть. Так, из тех плат, что не показывал еще, вот 174-я микросхема, флажки, здесь вот две микросхемы, ушастая микросхема, потом, где были настройки, ну, радио, вот такие вот крутилочки латунные, с ними тоже заберу, такой вот переключатель один, D17. Вот эта плата вообще стояла в отсеке для батареек. Тоже транзистор вот заберу.
78 год. И еще вот такая вот. Здесь вот эти вот посеребряные штучки. Ну, заберу их тоже. И самое ценное, что в нем было, КМ-ки все-таки оказались. Вот эта вот сборка, про которую я говорил, вот алюминиевая. Вот я ее открыл. Вот смотрите, бескорпусная КМ-ка одна большая. И тут вот 7 штучек еще. Ну все, сейчас я сплат поскусываю все детали и будем разбирать комету. Ну и последний магнитофон, комета. Интересная такая вилка у нее тут. Вот сюда вот одевается. Вот, 89-й год выпуска. Вот он, 370 рублей. Ну все, приступаем к разбору. А, еще что хотел сказать. Все эти три магнитофона, ну, попали ко мне от одного человека. То есть, не сразу, но там через короткий промежуток времени. Из всех этих магнитофонов, по-моему, только комета не разбиралась. Лак везде. Из всех магнитофонов, где я думал, что будут КМ-ки, как раз КМ-ок и не оказалось. Вот эти две платы. Вот обычно на них они и стоят. У меня где-то еще есть комета. И вот как раз на вот этих платах стоят зеленые большие КМ-ки. Здесь и здесь. А здесь вместо них флажки и трубчатые, вон, пленочные. Вообще интересно, конечно, магнитофон. Много всего, много тут микросхем. Вот еще одна плата уже снял. 157 серия, ну правда, да, ноги желтые видно. Флажки и много вот таких вот транзисторов, похоже, будет. Ну, немного, но больше, наверное, будет даже микросхем. Ну, плюс тут медь такая хорошая, двигатель. Ну и посмотрим, что там еще. Кнопочки точно знаю, на лицевой панели есть. Ну все, раскидал я, короче, комету, или как она там уже называлась, забыл. На составные части. В общем, лентопротяжный механизм, там двигатель, потом тут катушка, забрать можно медь. Вот эта штука, я не знаю, или цинк, скорее всего, цинк. Может, конечно, дюралька быть. Большая вот катушка такая с медью. Провода немножко. Ну и по платам. Вот это я, по-моему, показывал уже. Здесь вот, да, я ее показывал. Так, вот это вот 155 серия микросхема. Ну и дальше. Это я уже потом все за кадром разберу. Так, вот транзисторик 315. Здесь вот микросхема, желтые ноги. О, больше нету тут ничего. Вот эта плата довольно часто попадалась. Не знал откуда, теперь знаю. Так, ну тут брать нечего. Вот еще микросхемка, тоже желтая. Вот такая вот. Светодиоды вроде хорошие, ну и полубачата много. Потом вот плата, смотрите, 155 серия, но может быть белая, ее проверять надо. По ногам тут не видно. Вот тут транзисторы еще и полубачата. Флажки 315. Так, вот еще пару транзисторов. Тройку. Он там спрятался. Ну, а с этой стороны ничего. Позолоченного ничего нет. КМ-ок нет. И вот последняя плата. Тоже вот много микросхем. Флажки. Ну и вот эти вот платы, на которые я надеялся, что есть КМ-ки. Здесь КМ-ок не оказалось. Гирконовое реле вот еще. ГРК-14. 157-я вот эта вот серия микросхем, она желтая всегда попадается. Ну только после 90-го бывает белая. 91-го там. В общем, вот такие вот магнитофоны. Как бы разбирать их тоже надо, потому что если их просто складывать, завалишься в конце концов. Вот.
Все, что было, показал. Из позолоченного вот 6 транзисторов. Микросхемы еще не вскрывал. Здесь КМ-ка. Здесь КМ-ки. Пластик, латунь. Медь я сразу убрал в кучу. В общем, вот все, что хотел показать по этим магнитофонам. Всем спасибо за просмотр.